Братья и сестры, успокойтесь, успокойтесь. Я пришел к вам сегодня с замечательными новостями. Мои звездные ученики. Наши поиски почти завершены. В течение десятилетий мы трудились, мучились и ловили рыбу на этой убогой земле ради этого неуловимого тома. Гримуар Ренетернус, не величайший из всех книг, легендарнейший. Некрономикон! Да, сестра Хэлла, это именно он. Может, в следующий раз пусть лучше лидер культа произнесет ее ужасное имя? Спасибо. Некрономикон! Да, без сомнений, некоторые из вас подвергли сомнению само его существование. Наши поиски были ширными, а на штурм велик, но ответа до сих пор не было. Что ж, братья и сестры, может быть, мы столкнулись с его настоящей локацией? Грегори, мы уже говорили об этом. В эту ночь, братья и сестры, верные мужья и жены. И жены уже возвращают книгу, пока мы сейчас говорим. Разве это не то, что мы искали с момента нашего основания в качестве легитимного культа? Да. Разве это не в нашем официальном уставе? Да. Не мы ли должны быть первыми и единственными, кто овладеет им? Да. Должны ли мы позволить отвратительным мистику или другим мелким культам положить свои вонючие лапы на нашу славную награду, теперь, когда она так близка? Да. Нет. Нет. Наконец, наша игрока Некрономикон. Ничто не помешает преследователю обрести свою истинную форму. Нет конца работе! Нет конца работе! Где же он? Мы нашли его, братья и сестры, человека, который приведет нас к нему. Мы его нашли и наблюдаем, внимательно наблюдаем. Всем привет, с вами Шмыгова на канале у Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Гибус Эктулху Адвенчер. Собственно говоря, погнали, а что нам нужно? Ничего, мы посмотрели заставочку, так сказать, а теперь мы посмотрим и другую заставочку. Уже игровую, ну то есть не игровую, а предыгровую, или как? Прочитайте об этом, сэр, ураган Герберт, буря века! Буря? Это наименьшее из моих забот. Изменения. Все меняется. Всегда. Что же должен делать Джо? Берясь за новое дело, все, что нужно делать, это быть готовым ко всему, чтобы встретиться. Единственное, что можно знать, все, что тебе встретится, не будет иметь никакого смысла. Все дело в изменениях. Я был нанят, чтобы найти какую-то древнюю книгу. Внутри должно быть что-то, от чего кишки Джо сворачиваются в комок. Настоящая мистическая фиготень. Это объясняет эти странные культы, появляющиеся по всему Дархэму. Ты знаешь, что тут что-то не так, когда люди нанимают тебя слишком скрытно? Тем не менее, деньги есть деньги. Это не меняется. 20 баксов есть 20 баксов. Я немного надавил на одного человека, так что даже у меня живот свело. И он указал мне на эту темную и древнюю библиотеку. Темную и древнюю, да. А в Дархэме есть что-то другое? Проклятие. В большинстве случаев новое так же плохо, как и старое. Иногда даже хуже. Пролог, проложечек. Так, а видимо... Что ж, вот и она, мисс Катининская библиотека. Не самое дружелюбное место в городе. Впрочем, этот город и дружелюбный даже не в одном часовом поясе. Даркхэм? Так, а мы можем бегать? Удержите пробел, чтобы показывать горячие точки. А, то есть это подсказочки небольшие. Мы можем посмотреть. Либо... А что такое... Дархэм, ужасная адская дыра. Никогда не думал, что застряну здесь с тех пор, как приехал сюда 3 года назад. Она была местной и юной, и непостоянной. Наверное, со мной трудно справиться. И тогда она стала место с пустой бутылкой виски и разбитым сердцем. Моя интуиция подсказывает, что я должен смотреть все еще раз, чтобы добыть дополнительную информацию, которая может быть полезной или не очень.
Больше Даркхэма. Не так плохо освещено, как предвещало название, но достаточно жутко. Удивительно красочно здесь и там, но я не позволил одурачить меня. Некоторое время город кипел оккультной деятельностью, я собирался углубиться в него. А, ну вот нам стрелочку показывают, типа, пройди сюда. Угу. Ага. Раздел популя... Ой, ё-моё. Библиотекарь, странный медальон. Как будто тот странный зверь с щупальцами следит за мной. Этот стол буквально закрывает мне доступ к знаниям. Библиотекарь, ну-ка. Если мои детективные чувства меня не подводят, это должно быть библиотекарь. Раздел популярных. По-видимому, это популярный раздел книг, все романы Даниэля Маруна. Знаешь, Ватиканские тайны и все такое. Это пыльно-старая книга, эти главы действительно тяжело читать. Учебная. Все, где люди получают странные древние болезни от переворачивания неправильных страниц своими голыми пальцами. Огромные ряды старых книг. По какой-то причине они кажутся особенно непривлекательными. Они действительно свернули со своего пути, чтобы сделать это место устрашающим. Так, ну давай побазарим тогда с библиотекарем. Добрый вечер. Добрый вечер, сэр. Ой, здесь интересная библиотека, она старая? Достаточно старая. Она старая, а? Насколько? Очень-очень старая, даже древняя, можно сказать. Древняя? А насколько древняя? Она установлена Иеремиором. Давайте посмотрим. 18... Очень-очень давно. Спасибо за информацию. Конечно. Итак, как дела с библиотекой? Знаешь, не могу жаловаться. Работа как работа. Электронные книги сильно вредят вам? Не очень. Люди больше не тянутся к чтению, так что нам все равно. Меня зовут Китайп Донер Китайп, и я здесь по поводу книги. Ну что, вы пришли в правильное место. Да, называется Некрономикон. Она у вас есть? О, это дайте мне проверить. Они все одолжены, все версии ее. Там больше, чем одна? Конечно, у вас есть... Ой, подождите, вы говорите о настоящем Некрономиконе, не так ли? Да не, извини, но его на самом деле не существует. Не существует, мой наниматель думает иначе. Древний гримуар, полный демоническими существами из тайных писаний, способный свернуть реальность саму в себя? У нас нет такого рода вещей. Вероятно, это всего лишь миф, мистер Китайп. А ты не слишком лимона для библиотекаря? Слушайте, я могу сказать, что вы из другого поколения, но только между нами. Вы чутко староваты. О, правда? И это дело другого поколения, не так ли? Тюше, мистер Китайп. Я студент, эта работа тут тихая, я могу оплатить счета. Не слишком ты ли старый студент? Ага, мне нравится, как ты выглядишь. Это то, что говорил бы твой тип, правда? Мой тип? Теперь посмотри сюда, сынок. Вот он опять. Говоришь, нет Некрономикона? Не возражаете ли за немного взгляну на ваши коллекции? Лично я не против, однако вам нужно поговорить с мистером Уорд насчет отдела редких книг. В настоящий момент он действительно занят новоприбывшим наверху, вам придется подождать чутка. Ну, сэр, это просто трата времени, эта книга всего лишь очередной миф. Ужасная легенда. Ты ведь не специально скрываешь ее от меня, не так ли?
всего лишь библиотекарь, сэр. Насколько я знаю, настоящий некрономикон — это миф. Прошу прощения, вы не первый, кто пришел спросить об этом, скорее всего, не последний. Определенно, наша самая популярная несуществующая книга. Кто еще заинтересован в этом? Каждый от впечатлений подростков до чутиков сектантов, что начали появляться пару месяцев назад. Стоит только подумать, что да, ко мне может стать хуже, как налетать эти клоуны и доказывать, что ты не прав. Вы можете рассказать мне о тех оккультистах? Их слишком много, я их не различаю. Я имею в виду, они похожи на то, что они вальсируют здесь в церемониальной одежде или что-то такое, но вы можете понять по их манере разговора, что они не все там... Я не раз слышал ваше имя, мистер... Керван. Баз Керван. Это очень интересная фамилия и акцент. Не могу понять, откуда. А, да, я половину румын. Моя мать родилась в Трансильвании, я оставил ее фамилию, потому что она звучит круто. Вас из-за этого задирали? Для База все иначе. Щедро. Ладно, мистер Керван, я полагаю, мне нужно подождать. О, это оккультист какой-то новый, да, подошел или что-то такое. А пока что очень... Двойной число стрел выхода экрана для телепортации. А, ну пойдем посмотрим, что там. Очень похоже на, знаете, на что? Пока на, если кто смотрел, так, что это такое? Дневник Дона и посылка. Это что я нашел на пороге библиотеки, похоже на какую-то упаковку чего-то. Ага, я понял, ну заткнись. Спрятан в видном месте, насколько видно, еще неизвестно, надо поискать как можно быстрее. Понял, на видном месте, погнали туда. Так, подожди, значит, главное мы можем тут смотреть, учебная область. Это... Нет, я занес различные виды. Ага, баз. Ну-ка, давай побазарим, слышь, базовщик. Я нашел на пороге. Ожидали посылку? Не совсем, посмотрим. Тут записка? Это для тебя. Для меня? Что там написано? Слишком долго ты вмешиваешься в наши дела, Китай. Вот твой шанс на светлое будущее. Бугагашенька. Мне кажется, или эта штука тикает? Вот то-то и оно. Опа! Мистер Китай! Мы сейчас будем за этого чувака, что ли, играть? Он исчез. Мы будем сейчас за этого молодого чувака играть, студентика. Ты взорвал здесь беспорядок, Керван! Не, мистер Уорден, сэр, кто-то заложил бомбу здесь, я хотел вызвать полицию! Бессмысленно, ты называешь это бомбой? Ты бы видел Дрезден, сынок, вот там была настоящая огневая мощь! Приберись чуть-чуть, хорошо? Ладно, сэр. Так, соответственно, мы играем уже за ботинок. Берем. Путинок и странный медальон. Опа, Смотрим. Вся эта штука приняла какой-то удар, я думаю, сейчас она повреждена. Из-за него тут странное зеленое свечение, что за... я знаю, что надо сделать. Вот так делаем. Это вы в дом, он все... дай сюда. Надо кинуть ботинком. Я точно выбил, но я не могу достать так высоко. Да подожди, ботинком. Я только что понял, как давно хотел это сделать. Дон передает привет, уродина. Опа. А чё там? Опа, книгуля. С глазиком. Уля-ля. Это то, что искал Дон? Не похоже на другие издания. Фактор страха только что увеличился на 200%. Кто стал бы прятать его там, а и зачем? Идешь со мной, странная книга. Чпуньк. Чпуньк. Что за книжка?
Я на не думал, что скажу это, но Некромикон странно сидит в штанах. О боже, какой вечер. Думай, Бас, думай. Дон был похищен полицейской кучкой группированных некомпетентных дураков. Что мне делать? Что, Шорн, может закрыться на сегодня? Все слишком запутано, чтобы оставаться здесь. Лучшая вещь, которую мы можем сделать, это отступить в пещеру базу. Мне нужно обдумать все и посмотреть, что, о чем вообще эта книга. Странная, дурацкая книга. Да. Ну, не дурацкая, но странная, да. Так, мы дома. О, котейка. Да. Да ладно, счастливого пути. Что за червячина вообще происходит? Это и вправду происходит? Я действительно сам с собой разговариваю. Что за книга? Господи, мне нужно перестать разговаривать с самим собой. Я выгляжу как сумасшедший. Итак, я должен открыть эту книгу, посмотреть, что тут написано. Что скажешь? Это крайне полезно. Понька, я открыл сразу, нифига себе. Ладно, почему бы не взглянуть? Комикс типа. И я. Кашаптус и Дингир Капра Перадон и Мэтатарон. Упс. Кого-то вызвал. Что за... Мне сейчас крайне страшно и одиноко. Да мне делать, Кита? Господи, да ответь же мне! Сейчас ответит. Сейчас она так ответит. Или не ответит. А, не ответит, все понял. Так. А где мышку? А, нет, ответит. Да, сейчас ответит. Ладно, я знаю, я говорил, что много чего странного здесь, но это было действительно странно. Что-то изменилось. Даже я не люблю соглашаться с тобой, но ты прав, мяу. Да, правда? Может, читать это вслух было плохой идеей? Вполне возможно. Правда? Я имею в виду... Вау, подожди, ты действительно отвечаешь мне? А, ты долго соображаешь. Мне кажется, мы были в гораздо более продуктивном месте пару моментов назад. Знаешь, проанализировав ситуацию, я хочу сделать предложение. Может, поработаем вместе над решением? Ты говоришь? Да, так и есть. Но как? Ты только что прошел задание, пожалуй, слух, чтобы я разговаривала. Так что... Это невозможно. Это не могло произойти. Это невозможно. Подожди, я знаю. Я просто найду то заклинание, прочту его еще раз, чтобы оно перестало работать. Это ведь работает? Ты не ждешь уместного ответа от меня, не так ли? Правда, я имею в виду... Ого, что за оно исчезло? Не могу нигде найти. Что за факт? Где оно? Я определенно вычитал его отсюда, но здесь другой текст сейчас. Что за... Я должен прочитать вслух? Подожди, прости, я не учитывал твою точку зрения. Ты хочешь быть, Говорящим котом? Пожалуйста, не пойми неправильно, но мой ответ точно нет. Мне просто нужно... Не нужна проблема, как у тебя. Моя обязанность — это спать, кушать и, в общем, быть как украшение. И я могу это понять. Ладно, началось. Ой. А в смысле, мне нужно выбрать обязательно? Да? Ну ладно, сейчас какой? Шуна ли мутумана кули булю зингир? Балагу бельдиригу баканканпа. Ну давай вот это. Балагу бельдиригу баканканпа. Я желаю, чтобы Кита стала нормальной. Сработало. Мистер Мяу, мистер... Проклятье, не могу даже правильно мяукать больше. Мне почему-то кажется, что нет. Черт, это проблема, это большая проблема. Кстати, Кита, приятно познакомиться. Мы знакомы уже несколько лет. Кита, мне можно тебя так называть? Разве ты не делал так все эти годы? Возможно, тупейшее имя, но мне все равно, мне не нужно имя. Итак, ты собираешься остаться здесь? Нет, я собираюсь обойти землю, как Кай в сериале кунг-фу. Ты останешься и все исправишь. Ты действительно думаешь, что я хочу быть как ты всю оставшуюся жизнь? Это похоже на расизм. Мы вообще-то даже ни одного вида. Нам нужно найти способ все исправить, так давай же думать. Да, ты права, да, я за.
Опа, так, теперь мы можем играть. Про правильно или неправильно. Так, я могу еще приближать. Планшет. Мой планшет уже заряжается 2 дня. Бесполезно, оно мертво. А, понял. Это наша печка, я до смерти боюсь этого. Длинная история. Это наш крошечный холодильник. Он не совсем пустой. Я возьму это. Я взял. А, банку колы, типа, да? Угу. Так, зажигалку. Захвачу ее ненадолго. Так, остатки торта. Не твоя жизнь, дружок. Это был здесь пор, как Лимон ушел в эзотерическое убежище. Откровенно боюсь трогать это. Ага, понял. Так, что у нас тут еще есть? Рамка с изображением Киты. Это Кит, мой котенок. Да, я знаю не самое оригинальное имя. Вполне понятно. Правда? Да, действительно, если бы меня звали Бас, я бы не стал блясать креативностью и давать кому-то оригинальное имя. Душе, киска. Душа — это типа согласие, ну типа... А мне это не нужно, понял. Полностью бесполезно. Постер. Когда-нибудь скоро. Боб не может помочь нам сейчас. Не плати больше $20 за компьютерную игру. Достаточно мило, давайте двигаться. Пожалуйста, не путайте меня в свою незрелость. Так, ну ладно, тогда мы уходим, да? А, я могу мышкой ходить, ёптель, а я думал, он сам ходит. Вот дубина какой, а. Так, тогда уходим, да? За этим непроницаемым порталом, украшенным ужасным окружением, лежит Шангри-Ла Лимона. Лимон закрыл дверь, когда уходил в эзотерическое убежище. Конечно, его телефон не имел связи или интернет. Превосходно. Подожди. Кита, я немного задачу, понять имею, что делать дальше. Здесь мы точно бессильны. Может, нам нужно найти кого-то, кто разбирается в черной магии? В этом-то и смысл. Подожди, а как насчет моего соседа по комнате Лемона? Он и мой сосед тоже, помнишь? Да, он знает многих, многих подозрительных людей. По какой-то причине они очень увлечены его печеньками домашнего приготовления. Подозрительные люди — это определенно то, кого мы ищем. Я видел, как он переписывал какие-то имена в свой маленький блокнотик, может, стоит проверить? Хотя он ушел в эзотерический отпуск, невозможно добраться до него. Эзотерический. Нам надо найти способ забраться в его комнату. А, так, а вот это... А, сейчас, подождите, ребят, можно я 2 секунды проверю? А, все, я все проверил, можно играть дальше. Так, значит... Я могу поместить под дверь, или Лемон знает. Он сделал эту дверь непроходимой снизу, помнишь? А, да, точно, это он сделал. А наверх, подожди, тебя никак нельзя запихнуть? Я понял. Так. Да, да. Так, подожди. Рамка с изображением... А что у меня есть? А, у меня есть банка, некрономикон. Ужасный, да-да. Когда причем я взял эту банку с самой третьей газировки, что можно найти? Подожди, а мы не мы, не мы, не мы. Да, понимаешь, это один из самых страхов, я не стану делать это. Так, подожди, надо тогда подумать, а что можно тут делать? Остатки торта поджечь можно? Нельзя. Так, планшет. Пом-пом-пом. Nah, I don't need it. Complete. They're not. Это не игрушки, toys, хорошо, я не играю с ними. Well, like мне не совсем не нравится эта ситуация. Так, постер. Scenic Transylvania. Оттуда мои корни, живописная Трансильвания. Так, а может быть вот это сделается? Нет. Эй, Кита, можешь открыть эту печь и взглянуть, что внутри? Конечно, босс. Как только у меня вырастет человеческая кисть, тебе придется сделать это самостоятельно. Давай, босс, ты сможешь сделать это, чувак. Я смогу?
Да, это просто страх, глупый страх. Да, и страх — это путь к темной стороне. Страх ведет к гневу, гнев... Открой чертову печь, Керуан! Да-да-да-да-да-да-да. Я сделал это! Эй, здесь ключ Лемон, о, и здесь печенька. Подозрительно. Так, мы нашли ключи, а печеньку? Я думаю, я возьму это, знаешь, для коллекции. Я бы не советовал это есть. Возьму в любом случае. И печеньку наркоманская. Так, теперь мы делаем так и так. Пульк. Пульк. Опа, хорошо. Так, чё там? Смотрим. У меня чувство, что где-то внутри эта ужасная переукрашенная часть мебели лежит то, что мы ищем. Так, давай откроем, попробуем. Заперто, я знаю, что заперто, всегда заперто. А, понял. О, не, мои дни в банде давно прошли. Понял. Что ты знаешь? Пару ножниц? Так, у нас есть ножницы. У нас есть ножницы. Улуку-лаки, да, улуку-лаки. Какая-то книга. Это книга, которую Лемон оставил открытой. Посмотрим, здесь на странице справа написано. Компас — это намагниченный штырь, плавающий в растворе. 17 век давно прошел, Лемон. Господи, что за деревенщина? Невидимые чернила использовали лимонный сок, чтобы писать секретные послания на бумаге. Только ты сможешь читать, поднеся бумагу к источнику тепла. О! Заметка с пользой меха тепло, не открытый огонь. Так, открытый огонь нельзя. Ладан, ладан, лада седан. Из всех вещей, предложенных к сожжению, это пугает меня больше всех. Я не могу просто добыть огонь щелчком пальцев. А, да, понял. Где? Это книга, которую Лемон оставил открытой. Да блин. Смотри, сзади написано. Чего? В смысле, так я же ее поджег. Что она за... А, подожди. No, it's slowly reducing. Нет, он медленно уменьшается размер в любом случае. Я думаю, это идол плодородия. Немного страшно, когда спрашиваешь. Мы благодарны, но нам этого не нужно, понял. Так. Я смею, что какие-то разбираться в искусстве. На самом деле, я была немного заинтересована в кубизме. Сноб. Да подожди, а почему ты ее не берешь? Так я же ее уже поджег. Так, подожди. А что у нас еще есть? А! Подожди, у нас есть ножницы. Для чего? Подожди, если здесь ничего нельзя... Ну, а ножницы можно куда-нибудь? Да ничего, ножницы. Так, подожди, надо подумать. А, подожди, а я не могу открыть ножницами? Нет, да? Так, подожди, нам надо, значит, что-то изображение, может быть, что-то фото в рамке вырезать? Рон нельзя резать простыми ножницами. Нет, не может быть. Так. У меня может быть лихорадка, у меня сумасшедшие мысли. В смысле? Это не поможет, понял.
Нет, подожди, давай не будем ничего спрашивать. Подлин, а зачем? Подожди, мне нужны ножницы. Ножницы я не могу ничего. Может, надо съесть этот? Лимон. Нет, ну подожди, я вот же поджег. А почему я не могу взять и... No need. It's a book. A compass is a... The page on the right says... Invisible ink. Use lemon juice to write secret messages on paper. Only you will be able to then read them by bringing the paper close to a source of heat. Note, make that a source of mild heat. It's lit up. Он везде светит и воняет. Я хочу жечь мои пальцы. Do I look like a... It's a book Lemon left open. A compass. The page on the right said invisible ink. No. Подожди, а лимон... А, может быть, этот взять можно? Лимонник. Тут нет, скорее всего, он станет сильнее со временем. Я же забыл, подожди, с сладостями. Мне нужен лимон. А в холодильнике нет лимона? Он обычно забыл сомнить в выпечке лимона или вовсе пуст. А, может быть, слушай, может быть, выпечка лимона сейчас... Ой. No. It doesn't require reheating. Soda can. I don't want to get it all wet. It doesn't look like. I'm not. The mouth is. Что надо делать? It's fine. Not. That. Not even the Necronomicon is. Возвращает к жизни. Так, подожди, а может быть сюда Некрономикон нужно сунуть? О, oh, no. Oh, нет, чтобы двигаться, я умираю на месте. Так. Какая штука двигается? А, какая штука? Не знаю. Так, маску я не могу отрезать, тоже получу. I'm not. Та-та-та-та-та. Блин, ну ладно, давай с ней поговорим. Кирей, это может показаться странным, но помнишь, когда я привел домой своих подруг? Где? Да, это был достаточно редкий случай, так что я запомнила. Я вижу, что ты думаешь, и я пас. Все эти звуки поцелуев просто фу, я отключаю их. О, рад это слышать. Может, немного сложнее настроить аудиопонятельные подсказки о том, как хорошо работает ваша пищеварительная система, или скорее плохо. Че? Боже, просто не покури, это со мной больше, хорошо? А, правильно, да, да, прости. Кита, мы получили доступ к домену выродившейся распущенности Лемона. А, легче с гиперболами, дружок, это просто куча хиповой фигни. Это похотливое логово лени и томности. Ладно, Шекспир, достаточно. Блин. Я не знаю, что делать дальше. Что-то надо делать. А что надо делать, не знаю. I might have a... Ron's... Not Tarn... They... Так, подожди. Not putting... I'm... Чё-то я, короче, упускаю какой-то... My way inside... Wouldn't help... Soda. I. All right, kiddy. I have a feeling. У меня еще есть, как будто ищешь. Я просто не могу придумать способ его открыть. I can't really think of a way to open it. Couldn't you just? Я не могу сделать из бытовых вещей какой-нибудь резиновый ключ или что-то еще. Уверен, что смогу, но я думал, может быть, ты хотел бы взять на себя это бремя. Не провокай к этому. О, и запах, запах почули, у меня голова идет кругом. О, я не делаю этого с тех пор, как
Была беременна, все еще в деле. Как была чего? Я не был прочитать. Ну ладно. Так. Дневник. А я все листы пустые, чего мне не хватает здесь? А, все, понял, иди сюда. Давай немного нагреем этого малыша. Да, это сработало. Лемон слишком много дрянных детективных романов. Ладно, Кита, теперь давай посмотрим на этот список. О, я думаю, я понял. Как звучит ВГ для всех на ваших сверхъестественных нужд? И адрес мы практически соседи. Это пока лучший вариант. Я не уверен, что упомянул кое-что раньше. Этот детектив, который не интересовался Некрономиконом, Дон, его похитили прямо у меня на глазах. Да, ты говорил об этом, пошли. Но нам нужно его попытаться спасти его. Ладно, ты знаешь, кто его похитил его? Нет, не совсем. У меня нет никаких догадок. Так, Сэн Спейд здесь. Вы все видите, всегда думаете, что мы эгоисты. Это стереотип. А, извини. Не стоит, в моем случае это чистая правда. Прошу прощения, но я клал пушистый кошачий хвост на вашего друга детектива. Меня больше волнует мое затруднительное положение сейчас. Почему вы не вызвали полицию? А, полицейскую честь Даркхэма – самая презренная и коррумпированная организация в городе. Теперь культисты похожи на маленьких безобидных корольчат, сравнение... нет, мы сами по себе. Интересный образ. В любом случае, ваш друг Дон тоже сам по себе. Здесь все готовы просто разорвать друг друга. Что если будем держать его как план Б, хорошо? Что бы ни случилось с планом А, мне это по душе. Погнали, Марлоу! Глава 1. Даркхэм. Ребят, на этом мы закончим прохождение данной игры, точнее эту серию. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шамыга. Всем счастливо, всем пока.